Всем привет! Вы на канале SuperKid. Иногда разъемов, которые имеются на материнской плате, недостаточно для установки требующихся устройств. Поэтому существует плата расширителя для увеличения из одного в несколько разъемов. Что-то типа USB хаба, когда, подключив такое устройство к одному порту USB, можно получить несколько портов USB. Такие расширители существуют и для разъемов PCI Express. У плат расширения и райзеров для подключения их к материнской плате есть такая платка с разъемом PCI Express для подключения к системной плате и разъемом USB 3.0, чтобы с его помощью можно было подключить кабель, соединяющий эту плату с основной. У переходника из PCI Express в USB 3.0 в комплекте к адаптеру идет компакт-диск с драйверами. Тема майнинга не такая актуальная, как год назад. Но, как говорится, не майнингом единым. И если переходник из одного порта PCI Express 1X в 4 порта PCI Express 16X больше имеет смысл использовать именно для подключения большего количества видеокарт, прежде всего из-за его цены он заметно дороже, то плату расширения из одного порта 1X в 3 или 4 порта 1X можно использовать более широконаправленно. Ну, во-первых, все так же можно подключить видеокарту. Правда, теперь придется воспользоваться райзером, который сменит разъем на тот, что необходим видеокарте. Но прежде всего есть смысл рассматривать данную плату как способ увеличить именно количество слотов PCI Express 1X. Цели для этого могут быть абсолютно разные. И как пример использования и работоспособности, я продемонстрирую через такую схему переходников, как увеличить количество портов USB 3.0, которые, как известно, имеют обратную совместимость с USB 2.0. Давайте подключать. Начнем с платы на 4 порта для видеокарт PCI Express 16X. Подключаю плату к компу. Видеокарту. Монитор. Включаю. Монитор реагирует, все работает. Давайте посетим BIOS. Все по тому же алгоритму, подключаю схему из расширителя на 3 порта в 1X и райзера из 1X в 16X.
и тот же результат. Также можно подключить Ryzer отдельно в системную плату без платы расширителя. Перехожу к последнему подключению, в котором буду использовать порты 1X не для последующего подключения видеокарты, а для подключения адаптера из PCI Express в USB 3.0. Плату расширения портов PCI Express 1X из одного порта в 3 подключаю адаптер PCI Express в USB 3.0. В принципе, можно подключить и другие устройства с интерфейсом PCI Express 1X. Ждем загрузки компа. А после загрузки компа имеем порты USB. Ну и в итоговый вариант этой конструкции включаю флешку. Все работает без каких-либо проблем. Вот таким нехитрым способом можно увеличить количество недостающих разъемов на системной плате с их последующим использованием для решения поставленных задач. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!